Здравствуйте, дорогие друзья! С вами я, Алена. Сегодня обзор моих покупок из магазина Fix Price. Я очень надеюсь, что это видео для вас будет полезным и интересным. Уже совсем скоро Новый год. Да, мы наконец-то будем дарить подарки, получать подарки, радоваться, общаться со своей семьей. Кто-то поедет на горку, кто-то поедет кататься на коньках. Я очень надеюсь, что эти новогодние праздники вы проведете с пользой. Ну и, конечно же, в эти праздничные дни мы все будем с вами дарить и получать подарки. А вы что больше всего любите? Именно дарить или получать? Я обожаю дарить подарки. А сегодня я бы хотела начать свой обзор с пакетов для подарков, да, почему бы нет. Вот такие вот классные пакеты. Кто помнит, еще в Фикспрайсе продаются наборы открыток по 3 штуки. Там такие же самые рисунки. Пакеты очень красивые, блестят, переливаются с надписью «С Новым годом». Я взяла 3 последних, 2 вот таких вот именно, и третий вот такой вот. Очень красивые, классные пакеты. Подойдут для больших подарков. Размер пакета 30 на 40 на 12 сантиметров. Здесь бумага и полиэстер в составе. Очень красивые, яркие новогодние пакеты. Стоили они по 79 рублей, но сейчас на многие новогодние товары уже действительно снижают цены, и мне эти пакеты достались по 68 рублей. Это если у вас есть карта Fix Price, потому что все акционные цены идут именно по карте Fix, имейте это в виду. Так, следующее, что я взяла. Мы любим иногда всей семьей сесть и, ну, скажем так, вскрыть упаковку пластилина. Да, вот так вот. И посидеть, что-нибудь полепить. Сначала начинаем с какой-то абстракции. Просто берем тот пластилин, тот цвет, который понравился, и лепим. Ну, просто что-нибудь, а там, глядишь, уже начинается какая-то история. В прошлый раз мы с детьми весь пластилин перевели, мы налепили очень много фруктов, в большую корзинку все это из пластилина тоже сложили, было очень здорово. Решила взять еще разочек, вот такой вот мягкий восковой пластилин, 199 рублей, здесь 22 цвета, вот марки Луч, это кроха. Пластилин действительно классный, мягкий, и смотрите, какие цвета, здесь и неоновые, и такие спокойные. Если до Нового года мы не успеем им воспользоваться, то я точно знаю, что мы будем делать в новогодние праздники. Один из вечеров мы посвятим лепке из пластилина. Да. Включим какой-нибудь хороший фильм или сказку и будем лепить. Вот такая прелесть. И, кстати, если мы уже заговорили с вами о творчестве, то у меня для вас есть вот такое вот классное предложение. И если вам нечем заняться в праздничные выходные, а душа требует творчества и саморазвития, то у вас есть уникальная возможность научиться рисованию с нуля. В онлайн-школе Arti Maryline сейчас проходит фантастическая акция. Только до 30 декабря вы можете взять курс скетчинг маркерами для начинающих по акционной цене 8000 рублей и участвовать в розыгрыше скетчбука и набора из 80 маркеров. Курс состоит из 15 уроков на различные темы, а в VIP-тарифе еще предусмотрена проверка домашнего задания, бонусный урок и другие плюшки. Не упустите возможность сделать себе подарок к Новому году. Начните год с интересного хобби. Подробности по ссылке в описании к видео. Далее, что я вам покажу. Я наконец-то добралась до своего любимого Fix Price и покупки делала именно там. Это была Шиха, станция Никольская. И там еще были в продаже вот эти вот фоторамочки. Для фотографий 13 на 18 сантиметров мне достались две серенькие в серебре и одна белая. С удовольствием забрала тоже. В новогодние подарки буду класть такие небольшие презенты, бонусы. И всего лишь 55 рублей. Видите, я даже не задумываясь забрала все три, что были. Тут, конечно, такая картинка, можно даже и не ставить фотографию, а пока вот новогодние праздники, да, поставить просто вот эту рамочку. Праздники закончатся, можно будет поменять уже, да, фотографию поставить. Такая вот красота, милота. Если они у вас еще есть в продаже, то, конечно же, не задумываясь, забирайте либо для себя, либо в подарок. Это просто прелесть. Рамочку можно поставить. И, кстати, мне тоже написали в комментариях, что если вы хотите подвесить эту рамочку, то можно воспользоваться скрепкой.
Тоже вариант, почему бы нет. Но мне, конечно, больше нравится, как она у меня стоит в новогодней композиции. Я прям освободила целую полочку и расставила там, поставила и ангелочка, и гирлянду положила, и поставила такую фоторамку. Очень красиво выглядит все. Своих старых ангелочков поставила, которые тоже Фикси покупала из Доломита. Может быть, кто-то помнит. Я попробую вам фотографию вставить, да, как это все у меня выглядит. Далее, наконец-то, на распродаже были елочки керамические. Я все на них ходила, смотрела, так они мне нравились. Ну, прям жаба душила, 199 рублей. Сейчас, конечно, не очень сильно, всего лишь 11 рублей скинули. Они стоят по 188, цена по карте. Но я взяла целых 3 штуки, да. Тоже буду украшать. Может быть, даже кому-нибудь подарю. Подумаю еще. Вот такую вот первую взяла, беленькую. Вот такая вот следующая. Здесь уже такой перламутровый перелив и другая форма. И третья такой же формы, но вот в таком вот цвете сереньком. Очень красивые елочки. Были еще в розовом. Вертела в руках, но решила взять все-таки вот такие. Они как-то будут вместе смотреться более гармонично. Ну, это если я не решусь их подарить, то у меня на полочке они будут смотреться достаточно гармонично. Далее, я хочу подарить своей сестре чайную пару. И мне нужна была упаковка для этой чайной пары. Я выбрала вот такую коробочку. Тоже она была уже по акционной цене. До этого стоила она 99 рублей. Мне она досталась за 85. Тоже были несколько расцветок. Я выбрала, так как чайная пара будет гжель, то я выбрала тоже такую вот в синем цвете, зайчиком. Понравилось мне еще очень фиолетовым, но гжель все-таки лучше дарить в такой коробочке. Размер 15-15 на 8 сантиметров. Картон, бумага, ПЭТ. Следующая покупка. Давайте я вам покажу ленты. Я их взяла уже не для декора, а для упаковки новогодних подарков. До этого они стоили 79 рублей. Тоже они были уже на распродаже. 3 штуки я взяла. В серебре вот такой вот со снежинками, снеговиками и оленями. В золоте со снежинками. И еще вот такую вот синюю со снежинками взяла. Ширина ленты 3,8 сантиметра, а длина 3 метра. Тоже для упаковки новогодних подарков. Докупаю все подарки. Своей бабушке взяла еще пряжу. Она у меня вяжет. У нас семья большая. Ну, не только моя, как бы, да, вот мама, папа, сестра, брат. Нет, у нас еще куча всяких племянников, теть. Да, нас вот прям вот так вот очень-очень-очень много. И она всем вяжет носки. Да, на всю нашу вот эту вот огромную диаспору, назовем ее так. Поэтому я для нее взяла вот такую вот пряжу сейчас в белом цвете. Я думаю, она свяжет какой-нибудь девочке из нашей большой семьи. И эта девочка оценит такие носки. Здесь 50% шерсти, 50% акрила высокообъемного. 200 метров или 80 грамм. Взяла 2 моточка. Кто смотрел мои покупки в Валберес, помните, что я уже для бабушки взяла красивый кардиган. Также купила для нее спицы. И подарю ей подставку. Вот, чтобы она могла в этой подставке хранить все свои спицы, какие-то моточки. Будет очень красиво смотреться такой подарок. Следующая покупка. Ну, давайте я вам уже Новый год покажу. И дальше еще чуть-чуть вот таких вот уже обычных повседневных подарков. О, подарков, товаров. Для себя и для своей сестры. Мы очень любим с ней печь. И обязательно в Новый год что-нибудь такое новогоднее именно печем. Я взяла наборы формочек. Были наборы с человечками и со снежинками. Тут я вижу, еще есть елочки и валенки, но у нас не было в продаже. Может быть, они есть в ваших фиксах. Посмотрите. 6 штук, 6 формочек, вернее, 6 оттисков. Формочки здесь всего лишь 2. Давайте я вам покажу, на какой. На своей, наверное. Я хочу себе человечков взять. Где у меня уже ножницы? Потеряла. Нет, вот они, все нашла. Я себе хочу как раз именно пряничных человечков. А сестре подарю снежинки. Вот они сами, две формочки белые. Одна в другую вставляется, компактное хранение, да. И здесь уже оттиски, они разные. Вот такая девчулька.
оттиски двусторонние. Потом удобно будет их украшать глазурью, такие прянички, печенюшки. Вот, получается, три формочки двусторонние, всего 6 оттисков. И, конечно, это вот это вот компактное хранение меня прям очень привлекло, понравилось. Я до этого покупала формочки металлические, хранила их в отдельной коробке, но все равно они там мнутся, деформируются, гнутся, повыбрасывала. А вот эта формочка меня прям очень-очень порадовала. 99 рублей. Вот такие вот, значит, получается, здесь пряничные человечки и снежинки. Вот они. Так, ну с новогодними покупками мы закончили. Далее я вам покажу покупку для своего сына. Я взяла ему зубную щетку за 79 рублей от Ультрадент. Наконец-то появились варианты и для мальчиков. Здесь вот такой вот вертолет. Сама щетка, в принципе, неплохая, мягкая. Щетинка узкая. До этого я брала от Сплат, там широкая щетина. Сыну неудобно было чистить зубки такой. А вот узкая все-таки для деток самая удобная. Ручка антискользящая, опять же. Если рассматривать ту щетку от Сплат за 149 рублей, эту держать будет комфортнее, она никуда не будет выскальзывать, проскальзывать, все хорошо. Есть присоска, можно так хранить, прямо вот на раковине, да, или на полочке. Никуда она не денется, не упадет. Вот такая вот щетка. И сама игрушка, для меня было даже удивительно, что это не просто как бы вертолетик, да. Ну, качество пластика, конечно, оставляет желать лучшего, но в целом неплохая игрушка. Она еще, к тому же, и инерционная, то есть ее можно оттянуть назад, вот, слышите? И она еще проедет какое-то расстояние. И всего лишь за 79 рублей щетка и вот такая игрушечка. Ну, по-моему, прелесть. Следующее, что я вам покажу, взяла я мочалку. Не смогла я пройти мимо. Я их снимала как-то в обзоре полочек. Потом монтировала, когда видео, думаю, а что я не взяла. Хорошая мочалка. Сыну подойдет. Вот такая вот зелененькая с морковкой. Здесь такая плотная игрушечка. Плотно набитая морковка. Ну, замечательно. Обычная нейлоновая мочалка. 79 рублей, по-моему, она стоила. Мочалка, да, 79 рублей. Так, а с новогодними я тоже еще не закончила, оказывается. Давайте я вам покажу ножницы. Фигурные снова появились в продаже с фигурным лезвием. Мы сейчас с вами протестируем как раз эти ножницы. Стоили они 59 рублей. Так, открываем. Разные были расцветки. А давайте попробуем на этой картонке. Вот они какие. Должны, как, кстати, вот так вот и резать. Острые. Острые ножницы, да, мне нравятся. И, по-моему, там были разные варианты. Вот, да, все, посмотрите. Разные варианты именно самого лезвия. Здесь у меня такие прям зигзаги острые. Там, по-моему, были плавные еще линии. Это я уже потом увидела, когда дома тоже монтировала видео. Обратила внимание на то, что лезвия разные. Тоже присматривайтесь. Хорошие, острые, классные ножницы. Делать какие-нибудь сейчас новогодние. Опять же, снежинки с детками. Да просто прелесть. Так, ну и последние две покупки. Тоже это получается у меня новогодние товары. За 99 рублей я взяла своему сыну вот такую масочку ежика. Он у меня ежик с рождения, да. Все детки с рождения плачут, да, капризничают. А мой сын фыркал как еж. Вот с тех пор он у меня и ежик. Так его и называем всей семьей. Вот такая вот маска. И надеюсь, она ему понравится. И на новогодний утренний детский сад он ее оденет. У нас в этом году нет никакой тематики утренника. В прошлом году мы покупали костюмы зверей. В этот раз сказали просто, кто как хочет, так и одевается. Ну вот, мы будем ежами. Конечно, тут все сыпется, блестки. Я думаю, один раз можно и потерпеть. Лаком для волос обработать. Ну, сначала все смахнуть, конечно, лишние блестки. Потом лаком для волос, и все будет на месте. Ничего не будет осыпаться. Хорошая такая ЗВА маска, крепкая. Мне понравилось.
Так, и последние покупки, это набор открыток за 79 рублей. Я взяла два набора. Первый, как раз вот говоря об этих пакетах, вот такой вот. Здесь почему-то только один конвертик в комплекте крафтовый, хотя открыток 3 штуки. Вот он, конверт. А вот они, открытки. Зимняя ночь, время магии, волшебства и чудес. Пусть всегда в вашем сердце остается место для сказки, добрых и уютных зимних вечеров. Я всего вам этого желаю от души. С обратной стороны есть место, где можно написать свои собственные пожелания для человека. И еще один набор, вот такой вот, тоже с вами откроем его, посмотрим. К сожалению, вот не успела взять со снегирями. Я сначала думала, что у меня есть открытки новогодние, я как-то покупала их летом, еще готовилась уже к Новому году. Но оказалось, что их там мало, мне на всех не хватает. Поэтому вот опростоволосилась, тоже один конвертик. А вот такой вот ежик. Зима – это время настоящих чудес, ярких праздников и теплых встреч. И зима идет, зиме дорогу. Ну, красота. И вот на такой вот красивой, яркой ноте я бы хотела с вами попрощаться. Я надеюсь, что это видео для вас было полезным и интересным. Вы что-то подобрали для себя, обязательно сходите в Фикспресс и купите. Желаю вам от всей души отличных новогодних праздников, хороших подарков, веселого настроения. Берегите себя и своих близких. Не забывайте о лайках. Вам не сложно, мне приятно. И всем пока-пока.